Ченца их посадили в тюрьму. Там они целыми ночами и днями молились и славили Бога. И вдруг все потряслось, и двери открылись, и цепи спали всех рук. И тут там за дверью был охранник, который испугался и сказал, испугался то, что они могли убежать. А Павел и Сила сказали охраннику, не бойся. И все. Не бойся, мы не убежим. И они пошли к нему домой и рассказывали им Слово Божье. И они уверовали в Бога.